Уже сегодня многие загорают, а некоторые даже не прочь искупаться. Насколько готов пляж к сезону, видно невооруженным глазом. До открытия официального пляжного сезона осталось всего несколько дней. Видимо, еще есть время подготовиться. К официальному открытию готовится пляж на Орешке. Как сообщают чиновники, он отдан для эксплуатации индивидуальному предпринимателю, который будет производить ежедневную уборку пляжа, установит туалеты и пляжное оборудование. Пляжу? 4 с плюсом. Чего не хватает или вот что нравится, что не нравится? Кабинок. Ну, песочку маловато подсыпать бы еще. На 4-ку. Нам, в принципе, все устраивает. Ну, на данный момент, я считаю, пляж вообще совершенно не готов к тому, что к эксплуатации, так скажем. Во-первых, спасательной будки нету. Вот. Насколько я знаю, ее здесь и не было, как бы. Это что самое странное. Ну, у нас, как всегда, в Рязани. Как всегда вообще в России. Потом грязно, все на откуда-то здесь. То есть, ну, на самом деле, пляж не предназначен. Это нельзя называть пляжем. Вообще, в прошлом году было неплохо. Тут раздевалки были, и всякие лавочки, магазины, очень здорово. Главный критерий работы городских пляжей – это безопасность. Для этого на каждом из них в обязательном порядке должны быть спасательные посты, осуществляться лабораторный контроль качества воды, обеспечено дежурство медицинского персонала и сотрудников полиции. Пока что мы не увидели даже намеков на подготовку. Отсутствие спасательной вышки, мусор, неподготовленные раздевалки. Время, как говорится, еще есть. Правда, погода в первые дни лета синоптики обещают не совсем пляжную.